și pe ziua veselă. Nu, dai, dai. Te înșeală sau nu? Cum să descoperi infidelitatea, ar spune expertul nostru, Mita. Да, давай. Да, ты понимаешь, тут клеймо на всю жизнь для меня. Да. Ты разрушила вот в одночасье, да, в одну секунду. Я очень рада. Всю мою перспективу. Так, что у нас тут на очереди? Тикток-блогерша по имени Кэти рассказала, как разоблачила мужа, который, как она считает, под предлогом занятий спортом, это вам... Да, изменял ей. По словам Кэти, супруг начал возвращаться домой позднее обычного. Кэти уверена, что раскрыла измену, поскольку в последнее время муж к ней охладел. Вот так вот, как айсберг в океане. Проанализировав свой опыт, автор поста перечислила 4 признака, которые свидетельствуют о том, что мужчина не верен. Помимо того, что он внезапно занялся спортом, следует обратить внимание, не сменил ли он пароль на телефоне. Также на измену может указывать то, что возлюбленный стал стараться хорошо выглядеть на работе. Ну и в последнем пункте Кэти отметила, что ее партнер потерял к ней интерес. Мне кажется, что последний пункт и должен быть первым пунктом. Первым пунктом. Во-первых, у меня вопрос. Мне кажется, я считаю, да, ты в этом убеждена. Женщина, да, что мой пароль от телефона не должен знать даже супруг. Даже я. Даже будущий супруг. Поэтому тут уже вопрос, ну, такой. Во-вторых, то, что он занялся собой, ну, в принципе, это хорошо. То есть спорт оказывается, это хорошо. Признак То есть того, это хорошо, но это плохо. Измена, да? Угу. Ну, не знаю, для меня признаком того, что изменяет сразу новое купленное белье, там какие-то белые трусы в горошек или в цветочек, которые до этого не носил. Слушай, я уже думал, я какой-то эксперт в этих делах, потому что как-то ты клеймо на меня. А тут, оказывается, вот после белых трусов ты мне не оставляешь других вариантов, кроме как вот тебя причислить к этой когорте. Да, да. А что, если ей самой заняться спортом? Значит, получается, что она уже под подозрением. Не, ну, если заняться собой, выглядеть хорошо, может быть, муж как-то будет обращать внимание и не станет таким холодным. Знаешь замечательную переписку, которая свидетельствует об измене? Чувак, у меня для тебя 2 плохие новости. А он отвечает, объедини их. Твоя девушка изменяет нам обоим. Хэппи-няса. Начни день весело.